лето — это очень круто. Летом всегда хочется на море. Недавно смотрел программу «Время», сообщали, 20% мужей любят путешествовать с женами в Сочи, 30% мужей любят путешествовать с женами на Шри-Ланку, и 50% любят путешествовать без жен в принципе. Все, кто любит путешествовать без жен, спасибо, что пришли без жен. Пусть спят дома, не просыпаются. Хороший сон полезен абсолютно любой жене. Неважно, молодая или ей за 40. Напоминаю, что на баре осталось несколько экземпляров. Книга называется «Главные герои». Ее сочинил парень, который стоит на сцене в красных шортах. В этой книге собраны мои интервью. И это самое лучшее интервью, которое вы читали в журнале «Максим» и в других журналах. Иван Ургант, группа «Кровосток», Михей Джуманджи, «Маски Шоу», «Меладзе», группа «Мумитроль», группа «Ленинград». Все в одной книге. На баре 600 рублей. Аллилуйя! Харе Кришна! Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть громче, вас не слышно! На самом деле, сентиментальная музыка для тех мужчин, которые знают, что плакать можно только на похоронах. Если вдруг ушла женщина, плакать не надо. Если, не знаю, там, ударил машину, плакать не надо. Лично я не плакал, даже когда смотрел фильм «Хатико». Когда ходил в спортзал, но так и не заработал ни одного квадратика. Настоящие мужчины не плачут, они танцуют, влюбляются, красиво блефуют. Не заставит меня плакать даже глазом одним. Черный бим, белый бим, вообще никакой бим. Когда хоронил кота, не плакал ни капельки, хотя на заднем фоне играла песня «Unforgiven» группы «Металлики».